Капитализм обеспечивает средствами к существованию миллионы людей, а миллиардам дает возможность по достоинству оценить культурную самобытность своего народа и народов других стран, а также природы. В некоторых странах доля этого сектора ВВП может составлять более 20%. И в целом туризм является третьей по величине экспортной отраслью мировой экономики. По данным за 2019 год, на долю туризма приходилось 7% объема мировой торговли. И в этом секторе прямо или косвенно занят каждый десятый житель планеты. 2020 год стал годом испытаний для нашей страны, да и для всего мира в том числе, для многих отраслей, но и особенно для сферы туризма. В то же время именно в пандемию о внутреннем туризме заговорили как об отрасли, которую нужно не просто поддерживать, но и стратегически развивать. Ведь туризм влияет более чем на 50 смежных отраслей экономики, обеспечивает занятость и поднимает уровень жизни людей и территорий. Добрый день, коллеги. Меня зовут Елена Дюкарева, я вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и ваш сегодняшний модератор. Поговорим мы сегодня с вами о внутреннем туризме и позвольте мне представить наших спикеров. Итак, сегодня с нами будет Елисеев Александр Васильевич, председатель комитета по туризму Мурманской области, Лукина Ольга Валентиновна, заместитель начальника управления по туризму Республики Карелия, Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель агентства по туризму Красноярского края, Толмачев Даниил Петрович, генеральный директор АНО Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми. Галер Светлана Олеговна, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению туризм в Санкт-Петербурге, руководителем по связям с общественностью инновационного территориального туристического кластера Санкт-Петербурга и СЗФО. Евневич Наталья Геннадьевна, исполнительный директор, куратор проекта АНО, проектный офис МАИС. И Белякова Наталья Юрьевна, партнер Центра стратегического консалтинга, амбассадор Домина Раша, эксперт ОСИ и Ростуризма. Коллеги, сейчас сразу хочу запустить опрос, результат которого мы подведем в конце нашей сессии. Итак, вопрос всем задаю нашим слушателям. Отдыхали ли в этом году вы на российских курортах? Вариантов ответа 4. Да, нет, планировал, но не получилось. Ну, а что такое отдых? Так что посмотрите, вы видите опрос, голосуйте. В конце мы все-таки с вами посмотрим, что же у нас с внутренним туризмом. Недавно на одном из мероприятий нашей торгово-промышленной палаты мы обсуждали тренды маркетинга территорий как инструмент развития внутреннего туризма. И я хочу начать нашу дискуссию с обзора трендов и приглашаю присоединиться Наталью Белякову. Наталья, добрый день. Я точно знаю, что в сфере внутреннего туризма вы один из лучших футурологов. Давайте поговорим, какой же это год будет для внутреннего туризма и что нас ждет. Большое, Елена, очень рада здесь видеть много знакомых лиц, с которыми мы только что давеча вот встречались в Коми. Очень насыщенная наша такая туристическая, да, среда, которая заставляет нас бежать еще быстрее, как мы обычно и делаем, для того, чтобы 2021 год у нас был успешный с переходом на 2022, да. Ну, друзья, начало, наверное, начать бы я хотела с трендов, которые нам задало, в общем, синдикативное, собственно говоря, сообщество Ipsos, исследование, да, которое проводила компания Ipsos по своему синдикативному сообществу, и давеча результаты были исследования презентованы на МИД, но вот я не могу здесь разделить очень важные моменты с уважаемой аудиторией. Первый момент, это, конечно, то, и очень важный тренд для всех территорий, это то, что российские туристы не готовы менять формат своих путешествий, они скорее готовы менять дестинацию. То есть, условно говоря, если я занимался экстремальным туризмом и мечтал всю жизнь или был когда-то в Антарктиде, то вот теперь есть шанс для российской Арктики, да, то есть вот примерно это история, с которой, мне кажется, нужно подходить, учитывать при формировании туристических продуктов в следующем году. Длинный у нас цикл, да, поэтому мы, конечно, наверное, будем говорить реально про летний сезон. Если кто-то еще успеет переформатироваться, то вот это, наверное, информация для тех,
кто пытается вскочить в последний поезд, да. Второй момент, важный для нашего общего понимания, это то, что порядка 70% россиян планируют путешествовать этим летом по России, да, и вообще в течение 2021 года, то есть люди очень реалистично или пессимистично, как хотите, смотрят на вопросы открытия границ. И, да, остается вот тот самый тренд, тоже примерно это 70%, которые, естественно, в логике, ну, вообще, в логике трендов российского потребителя путешествия, это, конечно, всего поездка номер один куда-то на море, поездка номер два куда-то городская дестинация или какая-либо еще, да. Ну, так вот 70% планируют отправиться так или иначе на море, святое, вывести детей, да. Поэтому нам здесь нужно очень хорошо подумать тем регионам, которые как раз не обделены другими прекрасными красотами, но так или иначе отстоят от моря, чем мы будем удивлять и привлекать тех, у кого не так много денег, да, для того, чтобы позволить себе какую-то роскошную большую вторую поездку. Первая состоится обязательно, но и, как мы видим, это, конечно же, да, исполнение родительских и прочих обязанностей, да. Вот ну, такая, наверное, основные важные цифры, которые должны прозвучать в нашей дискуссии, потому что у нас здесь как раз присутствуют не прибрежные регионы. Я знаю, что у каждого из присутствующих здесь коллег есть свой ответ на то, чем удивлять будем, да. И то, что касается общих трендов, наверное, трендов действительно много, да. Обозначу основные вот вехи, да. То, что касается бизнес-истории, то это, конечно, мы совершенно четко заметили, что наши крупнейшие компании, которые сейчас модно называть аббревиатурой мясо, в смысле mail, и, собственно говоря, дестинация, которая понимает свою позицию в отношении компаний, которые строят вокруг себя экосистему, это совершенно очевидно, я назвала только некоторые, да, которые это строят, банковский сектор даже здесь не называю, это совершенно очевидно. Добавляют, встраивают, вернее, в свою существующую экосистему, это, конечно, многовекторное партнерство с одним поставщиком, да, которое заключается, ну, если мы говорим, например, о Сбербанке, да, в организации турнавигации, в организации информирования туристов через экосистему Сбербанка, в упаковку инвестпродуктов, в том числе при помощи проектного финансирования, да, ну и, конечно, использование метадата для глубокого таргетинга, да, это вот первый такой момент, который совершенно очевидно настиг нас на карантине в эпоху пандемии, и нам сейчас с этим жить и работать, да. Второй момент такой социально-сетевой, я бы его обозначила, это, конечно, то, что, ну, сейчас, я бы сказала так, если маршрут и в любой туристический продукт, который вы проектируете, не зашита визуализация или присутствие, да, внесение этого продукта на Яндекс.Карты или Google Maps, да, то этого продукта как бы нет. И более того, если раньше мы могли, ну, как бы, знаете, в режиме эксперимента хотим, построим вот по точкам маршрут, да, Google Maps и предложим потребителям его, то сейчас важный момент, мы должны предлагать, мотивировать потребителя, собственно говоря, писать отзывы для того, чтобы эти точки на Google Maps, на Яндекс.Картах, они были не созданы, просто созданы нами, а они обрастали пользовательским контентом, потому что, как мы знаем, только это для
поисковиков, для поисковых гигантов, да, является доказательством того, что контент вирален и он полезен, да, и таким образом локации, которые привязаны к картам и на которые пользователь реагирует, да, мы должны его смотивировать, отреагировать, это автоматически повышает выдачи все наши сайты с очень сложной SEO-оптимизацией, мы знаем, все визит что-то там, да, добавьте любое слово, продвигать SEO достаточно сложно, да, но и SEO нынче недешево, да. Следующий момент, это совершенно очевидно технологические изменения, которые нас коснулись, и вот когда мы говорим о цифровизации в целом, мы, в принципе, ну, как обычно во всех отраслях, да, три ее стадии выделяются, это там автоматизация существующих процессов, потом изменения, внесение изменений в бизнес-процессы, и, наконец, изменение, собственно говоря, бизнес-модели, да, превращение ее там в сетевую, распределенную, цифровую, да, то есть здесь, смотрите, многие туристические компании, не буду я называть отдельно, скажу, какой общий вектор, да, прошли этот путь, я думаю, что многие туристы его уже отметили, да, когда мы с чего начинали, да, судорожно перестраивали CRM-ки, кто-то вообще впервые внедрял CRM-ки, да, в свою работу и пытался выстраивать омниканальные коммуникации, потому что мы поняли, что гораздо важнее и дешевле удержать тот контакт, который к нам уже пришел, вот тот самый пресловутый горячий лид, да, и сделать его затем своим, если все состоялось, покупка прошла, да, своим лидером мнений, своим рупором мнений, да, и просить его уже рассказывать о компании, да, вы знаете, что это только один из инструментов, это CRM, который позволяет это делать, автоматизируя эту сложную работу, да. Второй момент, это некоторые компании выходили, это следующий вот этап, да, цифровизации, который совпадает с изменением бизнес-процессов, это, конечно, выход на маркетплейсы, да. Нас, конечно, немножечко пандемия и ушедшая от нас экспортная повестка, да, повестка экспорта туристических услуг временно, она нам дает, на самом деле, люфт для того, чтобы научиться работать с маркетплейсами, потому что международными, да, потому что за этим, если вы планируете развиваться в рамках да, въездного потока, то за этим, безусловно, будущее, ну, тем более электронная виза всем нам в помощь. Да, ну и, конечно, если мы говорим о цифровой трансформации, то инкрустация в супер-эппы, да, супер-приложения ваших туристических услуг, в мета-платформы, которые занимаются поиском и, собственно говоря, провайдингом туристических продуктов, это момент, который, конечно, для того, чтобы он был поставлен как бы, ну, на рельсы, да, чтобы каждый раз этим не заниматься вручную, он требует трансформации бизнес-процессов. Некоторые компании уже ее прошли. Лен, да. Если у меня еще время, или я чувствую, я хочу нет, немножко может быть, прервать. Я тогда... да, я хочу тебя сейчас немножко прервать, и мы обязательно вернемся еще, если у тебя есть время. Я хотела тебя попросить не отключаться и вернуться, конечно, еще в середине нашего мероприятия. Поэтому я тебя сейчас прерву. Спасибо за замечательный обзор трендов. Как всегда, все по делу и очень интересно. Не переключайся, а мы с вами сейчас поговорим вообще о мерах поддержки, антикризисный менеджмент, сотрудничество с государством и новые форматы, вот то как раз, о чем Наталья говорила, развитие туризма, вот это факторы, которые, скорее всего, и будут определять ситуацию в туризме в новом году. Государство стало более активно заниматься регулированием, запускать и федеральные отраслевые, и региональные проекты. И впервые, мне кажется, за весь период времени туризм заручился с такой серьезной государственной поддержкой. И сейчас я хочу пригласить к диалогу Елисеева Александра Васильевича, председателя комитета по туризму Мурманской области. Александр Васильевич. Добрый день, коллеги. Добрый день, Елена. Благодарю за приглашение. И спасибо за ту вводную часть, которую обозначили вы и дополнила Наталья, о трендах, о статистике, о том, что туризм в нашей стране есть и должен быть. Тому есть подтверждение. Я очень коротко включу демонстрацию экрана. Надеюсь, все видно, меня слышно. Да, видно.
Отлично. Дело в том, что ну, всем, пандемия всем уже доказала, что без внутреннего туризма нам не обойтись. И сейчас нам наша задача не просто наслаждаться тем, что к нам едут гости, а делать все возможное для того, чтобы эти гости к нам вернулись, остались у нас и мечтали о путешествиях по России дальше. А что говорить о мерах поддержки, то в Мурманской области поддерживают туризм очень давно, и это все не на словах, а на деле. И я покажу некоторые цифры после того, как расскажу коротко о том, что в регионе работает 48 операторов, и за последний год у нас достаточно для нас хороший показатель. Это порядка 500 тысяч гостей приехали к нам в регион. Если раньше достаточно большую часть туристов составляли иностранцы, то сегодня это гости из России, естественно, но и те гости, кто проживает, иностранцы, которые проживают в России. Виды туризма разные, но хочу вам сказать, что пандемия для нас показала, что мы не просто должны предлагать отдыхать у нас, заниматься активным отдыхом, экологическим отдыхом, рыбалкой, охотой, не знаю, какими-то разными видами туризма, а мы должны предлагать сценарии поведения, потому что, работая над развитием туризма, мы должны четко оценить, чем туризм должен заниматься сегодня утром, в обед, вечером, что он будет делать до северного сияния и после. Поэтому нами разработаны меры поддержки, которые уже с 2011 года активно существуют в регионе. И эти меры поддержки определены на конкретные проекты в сфере туризма. Это касается как инфраструктурных решений, отели, рестораны, придорожный сервис, так и сопутствующего оборудования, потому что зачастую необходимы какие-то элементарные вещи, радионаушники, VR-очки, какие-то дополненные реальности, которые все больше и больше приходят в нашу жизнь. И все это очень хорошо ложится на турпродукт, который создают наши туроператоры и вовлеченный бизнес в туризме. Поддержка от 800 тысяч рублей на инфраструктурные решения, если говорить об оборудовании, 500 тысяч рублей получают все наши операторы, прошедшие конкурсный отбор. И не только операторы, не туроператоры, но еще и люди, которые хотят вовлекаться и заниматься туризмом. Поддержка с 2011 года, как я уже сказал, активно работает, и у нас большие планы по развитию этого направления на нашем региональном уровне. Что касается инвесторов, которых мы ждем в регионе, с 2020 года, 12 мая, была создана первая арктическая территория опережающего развития, и инвесторы, приходящие в регион, получили уникальные, я считаю, льготы и возможности для развития своего бизнеса. Буквально на следующем слайде я покажу несколько цифр, которые должны каждого заинтересовать. Это большие и серьезные льготы по социальным взносам, это земельные налоговые льготы под 0% на первые 3 года, налог на прибыль и так далее. Все существенно ниже, чем в стандартных решениях. И хочу вам сказать, что это касается не только крупных инвесторов, а это касается любого проекта, где инвестиция будет от 1 000 000 рублей. Изначально такие поддержки, меры поддержки рассматривались для проектов от 10 миллионов, и мы провели большую работу и сделали возможное, все возможное для входа инвестора, начиная от 1 000 000 рублей. Быстро остановлюсь на преференциях, которые получают резиденты арктической зоны. Они тоже существенные. Хочу вам сказать главное, что мы не просто приглашаем инвесторов в регион, а мы носим инвестора на руках. Мало того, мы вместе с ним, даже люди, которые к нам приходят с проектом собирать грибы для того, чтобы их сушить и продавать, мы их обращаем в сферу туризма, мы придумываем вместе с ними новые идеи и форматы, когда предприятие становится интересным в том числе и для туристов. Это мастер-класс с шеф-поварами, это сборы, когда туристы приезжают, отдыхая у нас, собирают грибы, сдают их и тем самым могут даже окупить свою поездку к нам в регион. А это все мы вместе додумываем с инвесторами, вместе с корпорацией развития. В регионе уже активно и давно работает корпорация развития, и есть единое окно, если зайти на сайт корпорации развития Мурманской области,
описать свою идею, фантазию для того, чтобы получить вот эти льготы и поддержку, то буквально в течение недели, вы знаете, я специально проводил, корпорация даже этого не знает, такую закупку «Тайный гость», когда один из инвесторов пришел ко мне с идеей, я говорю, стоп, давайте вот пока вы фантазируете, заполните информацию в окне и посмотрим, работает эта неделя или нет. В итоге вчера, на пятый день после того, как инвестор обратился в корпорацию развития, они мне позвонили в восторге, уже прошла очная встреча, уже их проект был рассмотрен и дополнен, и сейчас им предлагаются земельные участки, сейчас предлагаются специальные льготы по кредитам для того, чтобы проект осуществился в задуманной концепции и сроках. Помимо бизнеса, индивидуальные, ну, юридических лиц ООО там, и других корпораций, у нас индивидуальные предприниматели тоже активно принимают участие, и в том числе самозанятые могут получать серьезные льготы по своим инвестпроектам. Было, так, сейчас я на цифры еще хотел важные цифры показать. Помимо этого существует губернаторский стартап. Губернатор уже 2 года активно поддерживает различные направления, и в туризме было заявлено и реализовано 13 проектов, реализована мера поддержки для развития туризма. И, наверное, завершая, потому что хочется больше поговорить, поучаствовать в диалоге, хочу сказать главное. Мы придумали несколько сценариев. У нас есть корпорация развития, а также есть кластеры, региональные кластеры. Сейчас их 7 кластеров, в которых мы рассмотрели не просто «приходите к нам, инвестируйте», а мы продумали уже весь сценарий поведения, мы продумали инвест-модели, мы просчитали средние чеки. Сейчас мы активно работаем над формированием портрета гостей и собираем информацию не о количественном показателе, сколько к нам приезжают в регион, а о качественном показателе, зачем к нам приезжают в регион, кто к нам приезжает в регион, сколько денег они хотят и готовы оставлять на свое путешествие, на проживание, на еду, на экскурсии, какие объекты размещения интересны, какие объекты показа, что впечатляет, что удивляет. И это та база, на которой инвесторы будут строить не просто свои фантазии, а проекты, которые будут востребованы нашими гостями. Поэтому Комитет по туризму Мурманской области рад и готов сотрудничать. Для инвесторов сейчас уникальные условия, но хочу сказать, что мест не так много. Мы хоть и большая территория, но с достаточно ограниченными местами для развития инвестиций. Поэтому ждем. Корпорация развития открыта одним окном. Заходите к нам, приходите. И уверен, что не то чтобы уверен, а я знаю, и для этого много работы проведено, что край земли, Мурманская область, столица Арктики, это то место, которое будет всегда востребовано как российскими туристами, так и иностранцами. Александр Васильевич, спасибо за такое интересное выступление. Я хоть и не задумывалась никогда об инвестициях в Мурманскую область, но вы так интересно рассказали, что прям мысль закралась, а не поехать ли в Мурманскую область поинвестировать что-нибудь. Вы знаете, я хочу сказать, что думайте быстрее. Мы обязательно приедем во многие с бизнес-миссиями и с инвест-днями в регионы. И вот здесь Ростуризм активную поддержку тоже предлагает по созданию инвест-дней для регионов. Мы будем обязательно об этом рассказывать. Спасибо огромное. Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что вы можете задать вопрос нашим спикерам. Есть чат, где можно задавать вопросы, я их увижу и обязательно озвучу. Александр Васильевич, интересные очень меры поддержки у вас, и думаю, что нам в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге есть возможность перенимать положительный опыт. Спасибо вам огромное за замечательное выступление. Если будут вопросы, я обязательно их озвучу, задам. На самом деле пандемия спровоцировала ажиотажный спрос на отдых в некоторых регионах особенно, и одним из таких бриллиантов на карте России стала Карелия. Закрытые границы побудили жителей России более подробно взглянуть пристально на карту Северо-Западного федерального округа. И, ну, на самом деле, хочу сказать, что я собиралась отдохнуть в Карелии, но, к сожалению, не смогла, потому что все средства размещения были недоступны за долгий период. Я хочу пригласить к диалогу Лукину Ольгу Валентиновну, заместитель начальника управления по туризму Республики Карелия. Ольга Валентиновна, вы с нами?
Да, я вас Здравствуйте. слышу. Здравствуйте. Чудесно. Скажите, пожалуйста, с какими вызовами в период пандемии вы столкнулись? Ну, такой вопрос, конечно, сразу с какими вызовами. Ну, учитывая начну, ажиотажный наверное, спрос на отдых, учитывая много туристов, да. Я поняла. Попробую ответить. Нам, конечно, повезло, потому что у нас были сняты ограничения на севере Карелии уже с 1 июня 2020 года. И на север Карелии сразу хлынуло огромное количество туристов. И что поразило, что если раньше на севере отдыхали там 2, максимум 3 дня, то здесь уже туристы размещались на неделю, на 10 дней. Некоторые вообще жили по 2 недели. Поэтому у нас была такая очень забавная ситуация, когда туристов вроде как бы было меньше по количеству, а по занятости отелей, да, по койко-дням получилось намного больше. То есть сразу был полностью заполнен север. С 15 июня у нас открылась вся остальная республика, естественно, с ограничениями. Но она открылась, и мы начали принимать туристов со всех уголков нашей необъятной родины. Как я называю, сработал вот этот отложенный спрос, когда люди планировали приехать в республику, но по каким-то причинам всегда выбирали там, где потеплее. А здесь вот пазл сложился, и мы столкнулись, наверное, знаете, с какой ситуацией? С теми людьми, которые привыкли отдыхать за рубежом, привыкли к определенному уровню сервиса, они готовы были платить очень большие деньги, причем слово «очень» все буквы с большой буквы, потому что они говорили, мы хотим вот очень высокий уровень обслуживания, и мы поняли, что таких средств размещения у нас не хватает. То есть такие средства размещения у нас только в Северном Приладожье, и, наверное, вот в этом вопрос, когда пройдет пандемия, насколько это все будет востребовано, и вот насколько люди будут готовы платить такие же деньги вот за такое необычное, очень комфортабельное, так скажем, размещение. И если вот это, наверное, то, с чем мы столкнулись, потому что сразу стало понятно, что и уровень обслуживания в ресторанах, и транспортная составляющая, то есть те автобусы, на которых в основном возят туристов в Карелии, не очень устраивало, и поэтому мы стали пользоваться предложениями транспортников из Санкт-Петербурга, которые предоставляли свои комфортабельные автобусы для перевозки наших туристов. То есть тут мы работали, так скажем, в таком режиме нон-стоп, когда возникала некая проблема, и мы ее, к счастью, решали. Это вот вкратце на ваш вопрос. Я просто думаю, что я еще хотела рассказать о тех событийных мероприятиях, которые у нас все-таки сложились, и нам удалось их провести, потому что они любопытные, и хотела еще об этом рассказать, если можно. Давайте, конечно, поговорим об этом, очень интересно. Я надеюсь, что в этом году мне удастся попасть в Карелию. Да. Вот вы знаете, у нас, конечно, нам не повезло в том плане, что 2020 год был годом столетия Республики Карелия, и очень было много интересных событийных мероприятий придумано, продумано и запланировано, но в силу вот обстоятельств мы их перенесли на этот год. И у нас состоялись только несколько мероприятий. Вот 8 августа у нас в акватории Онежского озера был сделан заплыв по открытой воде. Назывался он «Кижа Свим», то есть прямо на, вокруг фактически острова Кижа, знаменитого на весь мир, острова были участники, и те фотографии, которые были сделаны с воды вот в момент заплыва, они, конечно, всех очень удивили и поразили. Также в августе мы уже смогли, в связи со снятием некоторой части ограничений, мы смогли провести очередной раз, это уже был 4-й музыкальный фестиваль на открытом воздухе, это «Рускеала Симфони», который ежегодно собирает тысячи туристов, когда музыка, симфоническая музыка
в исполнении замечательных оркестров и исполнителей звучит прямо на территории, на открытой территории горного парка Рускеала. И также в сентябре был очередной концерт под открытым небом музыканта Павла Андреева. У него есть такая история, он придумал такой проект, называется «Рояль в каньоне. Возвращение». В данный момент было. И вот этот «Рояль в каньоне» опять был в центре внимания публики и собрал очень большое количество просмотров в социальных сетях. Единственный еще момент, тоже хотела немножко похвастаться. В прошлом году, ну, мне практически все сказали, что о Карелии шла информация из каждого утюга, как образно мы выражаемся, потому что была очень хорошо и очень серьезно оказана поддержка государством в сопровождении блогеров и в съемках передачи путешественника о путешествиях по Карелии для федеральных каналов. Это были и программы «Страшно интересные», телеканал «Моя планета» снимали у нас, и специальный репортаж, и «Москва-24», и «Невероятная история», «Орел и Решка» к нам очень любят приезжать, прямо они готовы приезжать к нам не единожды. По телеканалу «Пятница» было сделано две передачи, и были прямо такие, вот в период пандемии мы выпустили целую серию роликов с хэштегами «Карелия скучает», «Карелия ждет». И они также были очень востребованы, поэтому, когда нас открыли, мы, естественно, сразу же вот с этими программами, то есть вот этот спрос, он тут же, точнее, эти предложения сразу же, так скажем, поспособствовали вот этому высокому спросу на республику. У нас открылись новые отели в прошлом году, у нас была сделана потрясающая, грандиозная работа, когда мы на федеральной трассе Кола от Медвежегорска до границы с Ленинградской областью, значит, мы почистили скалы. Была выделена денежка, и 30 тысяч квадратных метров скальных пород были вычищены от вандальных надписей. И вы знаете, то есть если раньше все ехали по дороге и говорили, отмечали высочайшее качество, то есть то, как сделана сейчас федеральная трасса Кола, это просто заслуживает всяческих похвал, и тем не менее, как мне, например, кажется, и многим казалось, что вот эти вандальные надписи, они нас возвращают в действительность, да, что мы в России, и когда вот скалы были почищены, очень многие туристы говорили, что они вдруг при поездке стали бояться, что они каким-то образом перемахнули через границу с Финляндией, оказались в Финляндии, потому что помимо дороги была еще и такая красота вокруг, и поэтому вот мы сейчас продолжаем заниматься вот созданием инфраструктуры туристской именно вдоль трассы Кола. Я думаю, что это будет очень хороший проект, которым мы очень плотно будем заниматься. Спасибо вот, большое, это, Ольга Валентиновна. К сожалению, время наше ограничено, очень интересно. И надеюсь, что Новый год подарит вам огромное количество новых туристов, учитывая ту событийную повестку, о которой вы рассказали. Очень много интересного и для себя в том числе отметила. Спасибо вам огромное. Мы с вами переходим дальше. Карелия, наверное, поймала удачу за хвост, учитывая, что жители Северо-Западного федерального округа, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, для них привычна поездка в Финляндию, это близко, удобно, поэтому у Карелии есть хороший шанс. Но вообще, закрытие границ, конечно, оказало сильнейшее влияние на туристическую отрасль и внесло коррективы в планы многих россиян, но в то же время, опять же, выпал уникальный шанс переключиться на невероятные красоты нашей страны, кому-то, например, только открыть для себя российские курорты. И наш следующий спикер – Верхушина Юлия Вячеславовна, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Юлия Вячеславовна, вы с нами?
Да, добрый день, меня слышно, видно? Добрый день, вас слышно и видно, чудесно. И презентация видно, да? Да, расскажите, пожалуйста, как у вас обстоят... Да, добрый день, уважаемые коллеги, спасибо огромное за предоставленную возможность и за возможность рассказать про опыт Красноярского края, ну и послушать всех спикеров. Это действительно, у каждого есть такой свой фокус зрения, что очень полезно и для нас. Собственно, меня зовут Верхушина Юлия, руководитель агентства по туризму Красноярского края. И вообще, если говорить про туризм, если говорить честно, вот через призму Красноярского края, мы как регион прежде всего промышленный, ну всерьез никогда не смотрели на то, что можно развивать в нашем регионе туризм. У нас прежде всего это, конечно, заводы, которые весь мир обеспечивают многим сырьем, поэтому туризм начал развиваться так или иначе в активной стадии буквально на протяжении только нескольких лет. И, собственно, конечно, вот эта история с пандемией, это момент, который нас очень многому научил, и многие, кто приехал в прошлом году в Красноярский край, честно нам признали, что если бы не пандемия, им бы даже в голову не пришло подумать о посещении Сибири. Поэтому про нашу Сибирь и про то, какие усилия мы прикладываем для развития туризма, я расскажу в своем выступлении. Постараюсь очень кратко. Ну вот, как я говорила, да, мы не самый очевидный туристически привлекательный регион. Порядка, ну там, около 900 тысяч туристов у нас было за прошлый год. Если говорить про структуру турпотока, то это всего лишь порядка 7% иностранцев. В классическом представлении мы специально публикуем турпоток за 2019 год, потому что в 2020 году цифры, ну вот самые официальные по линии Росстата приходят, вы знаете, с опозданием. Поэтому вот 2019 год, как вот такой базовый классический, как точка отсчета, выглядит в цифрах примерно так. Ну и теперь немножко про вот то, что случилось со всей страной и со всем миром в прошлом году. Мы понимаем, что если разделить все, что как проходила кризисная ситуация, то в целом она разделилась у нас на три этапа. И вот понимая эти три этапа, мне кажется, нужно сделать просто правильные выводы, поэтому мы их для себя вот так сформулировали. На первом этапе, когда действовали прямые ограничения, у бизнеса, у представителей власти, наверное, у всего мира было полное состояние такой неопределенности, были прямые запреты, которые запрещали работать. У нас, в частности, было готово к запуску несколько новых продуктов, которые скажу чуть позже, и они стояли в полном запрете, это было прописано во всех документах. И, конечно, вот это вот состояние неопределенности, наверное, самое тяжелое для бизнеса. Ну и мы как говорим, что мы уже прошли все стадии от отрицания, гнева, торга до депрессии и принятия, поэтому первый этап, это скорее была стагнация на рынке, это первые месяцы до июня, даже до июля. Ну вот, по крайней мере, в нашем регионе запреты действовали активные до июля. Но после этого, как уже многие заметили, вообще-то, хоть и ругают кризис, но для российского туризма вот пандемия все-таки сыграла очень хорошую роль, поскольку закрытые границы, мы, к сожалению, их долго продержать закрытыми не можем, но закрытые границы вообще-то обернули жителей России к России. И, конечно, это наложилось на лето, на традиционный период отпусков и пропаганду, которая из каждого угла говорила об открытии своей страны. И мы увидели всплеск интереса на внутренний туризм. Но мы очень четко понимаем для себя и проговариваем это со своим бизнесом, что это был именно всплеск интереса. Это не был всплеск спроса, и это важно фиксировать, поскольку все-таки спрос и интерес – это разные вещи, и мы понимаем, что сейчас мы находимся на третьем этапе, и наша задача принципиальная, вот как для власти, как для бизнеса, как для профсообщества, это превратить вот этот вот возросший интерес, который искусственно был создан, в устойчивый спрос на внутренний туризм. И вот для себя, как стратегическую задачу на это время, мы фиксируем именно это. Какие у нас основные вызовы, с которыми мы столкнулись, и мы понимаем, что нам предстоит, и, наверное, не только нам как региону, но и многим регионам, какие основные вызовы, которые нам показали, обнажились во время этой ситуации. Первое – это недостаточное количество различных туристических предложений. Очевидно, мы продаем продукты, и чем больше будет классных, упакованных и продаваемых продуктов, тем, конечно, будет больше туристов. Второй такой вызов – это неразвитость туристской инфраструктуры. У нас регион огромный, второй по величине, при этом мы понимаем, что он протянулся от самого юга и до севера, до Северного Ледовитого океана, и, конечно, это огромная площадь, и она очень сильно сказывается
сказывается на доступности многих точек и неразвитости туристской инфраструктуры. При этом мы понимаем, что это не только про дороги, не только про отсутствие хорошо развитой малой авиации, но и про слабый гостиничный фонд. Мои коллеги с Карелии вот тоже об этом говорили, что этого не хватает, когда у нас больше интерес. Это и про места общественного питания, и даже про придорожный сервис. Третий вызов и третья проблема, которую мы для себя зафиксировали, это низкий уровень сервиса, поскольку, ну, по крайней мере, для нас это было очень остро. Коллеги говорили, да, что вот туристы, которые раньше выбирали зарубежные направления, очень четко на этом примере было видно, что когда они оказались здесь и приехали, допустим, в Красноярский край, они, конечно, ждали более хорошего уровня сервиса за те немалые деньги, которые им пришлось заплатить. Ну и мы подходим к четвертой проблеме, такой четвертому вызову, это цены на услуги не соответствовали качеству. Это одна из самых серьезных проблем внутреннего российского туризма, поскольку у нас нету такого огромного туристического потока, конечно, цены на услуги, вот если говорить про пакетные, особенно туры, особенно если целой семьей отдыхают, то, конечно, это, ну, такая серьезная проблема. Ну и пятое, шестое, это дефицит позитивной информации о регионах, ну то есть в целом вот идея приехать в Красноярский край, мало кому вообще приходило в голову, и над этим стоит работать. Ну и неготовность бизнеса и госаппарата быстро меняться, это кризисная ситуация, как и любая кризисная ситуация, показывает, что вообще-то выживают те, кто умеет быстро переориентироваться. И наши многие туроператоры, которые раньше занимались только выездным туризмом, очень быстро смогли переориентироваться и сделали туры по краю, конечно, тем самым нарастив свою клиентскую базу. Мы со стороны государства чем могли, помогли в этот период. У нас, ну, скажем так, не запланировано было выделено порядка 56 миллионов. Мы платили субсидии бизнесу за простой нашим туроператорам и турагентствам. И для того, чтобы не просто не тушить пожар, но и помочь развиться, занимались выдачей грантов на бизнес-инициативы. Именно там порядка 44 проектов по 500 000 рублей мы поддержали. Ну и, собственно, вот я буквально быстренько пробегу. Вторая задача, о которой я говорила, это инфраструктура. В этом смысле мы понимаем, что нам еще точно есть чем заниматься с точки зрения инфраструктуры. У нас специальная появилась субсидия, которая, точнее, была увеличена, и сегодня составляет 75 миллионов рублей, субсидия муниципальным образованиям на развитие туристской инфраструктуры. То есть мы поддерживаем это, ну, по сути, это похоже чем-то на федеральную поддержку. Мы даем обеспечивающую инфраструктуру, бизнес вкладывается там в гостиницы и в отели, а мы помогаем с дорогой, с какой-то набережной, с освещением и так далее. Ну и, собственно, в прошлом году тоже активно такие проекты поддерживали. Ну и один из ключевых проектов, который случился у нас в прошлом году, это был запущен теплоход «Максим Горький» по реке Енисей. И мы запустили такой продукт, как «Енисейская экспедиция». Он проходит по реке, по сути, с города Красноярска до плато Путорана. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится на самом севере. И, конечно, некоторые туристы, а мы постарались пообщаться с каждой группой, которая прибывала на эту экспедицию, они сказали, что это просто, ну, неизгладимые впечатления, потому что река Енисей, которая проходит через весь Красноярский край, она, по сути, охватывает все грани жизни в России. То есть туристы отправляются из Красноярска, это такой миллионник, мегаполис, и они останавливаются и по реке Енисей, и в деревне Староверов. И они рыбачат в тех местах, где вообще не ступала нога человека. И, собственно, отправляются на гулаговские стройки, знакомятся с казаками. В общем, очень-очень много посещают мест, порядка 13 остановок по реке Енисей, это 12 дней в пути. Ну и, собственно, один из туристов, который прошел по этой реке, он мне как-то сказал, что он увидел на этой реке, что это Россия в миниатюре. Поэтому вот такой новый продукт мы запустили, над ним очень много работали. К сожалению, получилось его запустить сильно позже, чем планировали. У нас навигация открывается в мае, он был запущен только в июле. Но так или иначе, сюда точно приехали те люди, которые никогда раньше не думали про посещение Красноярского края. Юль, мне жаль вас перебивать. Но у нас, к сожалению, тайминг, который довольно жесткий. Я буду
завершать. В любом случае, спасибо за интересный региональный опыт. Мы понимаем точно, что нам еще есть чему поучиться. Со своей стороны, осознаем, что, несмотря на то, что туризм никогда не был, наверное, самой главной отраслью для Красноярского края, но мы точно понимаем, что туризм – это про развитие территорий, а территория у нас огромная, поэтому это как перспективу для себя, как важное направление, точно мы выделяем. Ну и, конечно, те тренды, о которых говорили, и те вызовы, которые фиксировали мы, это то, над чем предстоит работать сегодня. Поэтому спасибо за выступление, если будут вопросы, да, готовы. Юль, спасибо огромное. Мне, как человеку, рожденному в Сибири, очень приятно, что сейчас более пристальное внимание туризма, туристов уделяется этому региону. И я тоже собираюсь посетить в этом году, ну, правда, Кемеровскую область, мою родину. Я хотела бы сейчас включить, если у нас Наталья Белякова еще осталась с нами. Да, я с вами. Наташ, хочу задать тебе вопрос. Вот так ли важна роль туризма, развитие туризма в развитии дестинации, в развитии территории? Стоит ли на это обращать внимание? Или это только вот узкоотраслевой признак? Ну, на самом деле, да, Лен, спасибо за вопрос. Я прям так раз больше мыслями плыву по Енисею. Сейчас я попытаюсь собраться, значит, и, да, ответить на вопрос. На самом деле яркий пример. Красноярский край действительно регион, который начинает свое вхождение в туризм, да. Но, слушайте, все к этому способствует. Не только личная харизма Юли, но и, конечно, ее профессионализм, да, но, конечно, совершенно очевидно, да, Красноярск, Аэрофлот, второй хаб России после Москвы, да, но было бы глупо этим не воспользоваться, потому что, знаете, я когда слушала, мне пришла на ум такая фраза Брюса Ли, да, который я любил говорить о том, что дисциплина – это не ограничение свободы, а отсечение всего лишнего. Вот нас ковид научил отсекать все лишнее, а все лишнее – это то, что в нашем случае нам нужно, чтобы быстро полетело, да, полетело, поехало там как угодно, да, начало сплавляться, вот, в нашем случае. Так вот, мы должны привязываться к существующей инфраструктуре, естественно, ставя в планах, да, и так далее, длинные циклы для нас принципиально, да, поэтому если на территории есть хорошая инфраструктура, если на территорию приходит, ну, собственно говоря, аэропорт базирования, да, титульной там компании национальной, то здесь мы все карты в руки, ну, а плюс еще, конечно же, огромное количество там достопримечательностей природных, да, объект ЮНЕСКО, так, на минуточку, да, который, ну, уже не оставляет Красноярскому краю при всем том, что, действительно, лидирующие отрасли у нас, как, знаете, до Урала обрабатывающие, после Урала добывающие идет. Вот, конечно, они остаются, от этого было бы, но ведь все, абсолютно все моногорода, да, все такие сугубо промышленные территории озабочены сейчас тем же, вот тот самый маркетолог называет второй ногой, да, какое еще направление бизнеса развить на территории своего присутствия для того, чтобы это присутствие обеспечило диверсифицированную занятость. Не только вахтовики, да, но еще и члены их семей тоже находили чем заняться. Поэтому мы как раз плату по тарану, ну, классический пример, да, когда компания, стейкхолдер отрасли сначала смотрит на туризм, чуть ли не в рамках, ну, просто корпоративной социальной ответственности, а потом начинает в нем видеть направление бизнеса, и вот здесь появляется инфраструктура. Вот, поэтому еще один пример, который связан с пространно отвечая на твой вопрос, но ты задала такой вопрос, прости. Это, конечно, то, что связано с инфраструктурой. Ну, слушайте, железная дорога, да, вот то, что у нас есть, то, вокруг чего, ну, органически в России формируется жизнь. Вот сейчас к этому добавляется еще инфраструктура РЕД, да, про которую мы уже успели чуть-чуть поговорить. Но вот у нас жил-то был Транссиб. Сейчас вот эта вот логика, она развивается на других ветках сообщений. И вот уже у нас что? Летом новинка железнодорожные круизы, да, для того, чтобы территория поняла, нужен туризм бизнесу прежде всего, да, органичен, потому что мое глубокое убеждение, не каждая территория должна стать дестинацией туристической, это абсолютно очевидно. Но если есть инфраструктура базовая, да, если у нас отсечено все лишнее, и мы видим, что есть на что опереться, вот тогда и бизнес видит в этом потенциал. У нас есть целеполагание, для чего нам туризм.
тогда, конечно, туризм нам нужен. И главное, что он нужен стейкхолдерам, тем самым, которые региона, да, вот эти крупные компании, чаще всего добывающего сектора, у которых, не забываем, на повестке ESG стоит, да, то есть ответственные инвестиции, нефинансовая отчетность и так далее. Поэтому сейчас фокус на, в том числе, туристические проекты этих компаний, да, будет совершенно очевиден, и было бы глупо его избегать. Наташа, спасибо огромное за вот такое подробное включение. Я чувствую необходимость нам на эту тему отдельно с тобой провести мероприятие, потому что информации много, поделиться всем хочется, а время, к сожалению, ограничено. Спасибо большое. Ну и одним из положительных трендов постпандемийного развития туризма, безусловно, является повышенный интерес к тематическому туризму. Все большим спросом пользуется гастрономический туризм, экологический, этнокультурный. И об этом мы с вами поговорим с нашим следующим спикером. А после я задам вопросы, я вижу на платформе ваши вопросы, обязательно задам нашим спикерам. Итак, я приглашаю к диалогу Толмачева Даниила Петровича, генерального директора ОНО, Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми. Даниил Петрович, вы с нами? Да, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Слышно меня? Так. Автомобиль. Меня слышно, видно? Вас слышно и видно. Видно, что вы в походных условиях. Да, прошу прощения за эти самые походные условия. Очень рад сегодня с вами подключиться, несмотря на то, что действительно условия походные. К сожалению, будут без презентации, поэтому постараюсь, слава людям, вас не утомлять. А, как вы правильно сказали... Ой, телефон у меня упал. Так, вернулся я. Собственно, ну не без этого. Буду рассказывать про один из новых кейсов, которые мы сейчас осуществляем в Республике Коми. Это этнографический туризм. И вот Наталья, которая сейчас передо мной выступала, как раз была уже там, в такой первой поездке в село Кирчомье, про которое сегодня буду рассказывать. В общем, что такое село Кирчомье? Я думаю, многим известно, кому неизвестно сейчас это узнают, то, что великий художник Василий Кандинский приезжал в нашу республику в конце 19 века в этнографическую непосредственно экспедицию. И вот одной из главных точек этой экспедиции стало богатейшее на то время старообрядческое село Кирчомье, которое полностью поменяло фактически жизнь художника. Тогда он был еще не художником, а юристом. Вот. И, собственно, приехав туда, увидев буйство красок, погрузившись в невероятную культуру Коми, он просто посмотрел на свою жизнь по-другому. И это стало одной из поворотных точек в его становлении, в том, что он стал писать картины. Собственно, мы решили на базе этой истории рассказать свою историю и погрузить наших гостей республики именно вот в эту самую культуру, которая и повлияла так сильно на Кандинского. Собственно, если переходить к более конкретным действиям, скажу так, изначально, то есть село, в котором оно существует сейчас в виде, это простое село, где живут простые люди. И мы решили не изобретать велосипед, не строить какую-то потемкинскую деревню рядом, какой-то этнопарк. Мы решили поговорить с местными жителями как раз о том, чтобы они сами участвовали в, так скажем, погружении в свою культуру гостей. То есть это простые жители, которые занимаются какими-то бытовыми вещами, для них бытовыми вещами. Кто-то из них вышивает, кто-то из них делает лодки. До сих пор в этом селе Коми традиционные лодки делают руками. Кто-то украшает топоры, кто-то делает шерсть теми самыми, на тех самых прялках, которыми делали шерсть и в конце 19 века. Собственно, все то, что для них является простым бытом, для человека неискушенного, для человека, который только приезжает, является абсолютно удивительным новым миром. И, собственно, наша задача была сделать таким образом, чтобы люди чувствовали себя именно проводниками в культуру, а не просто людьми, которые занимаются увеселительной программой, да, потому что две большие разницы и отношения, разумеется, самих людей, которые там живут, ко всему происходящему, за счет этого тоже становится иным. Мы встретились непосредственно с жителями
поговорили, познакомились, постарались выяснить, кому что интересно, нашли несколько человек, которые бы хотели попробовать. И, собственно, вот эти самые альтруисты, альтруисты в хорошем смысле, потому что наша большая задача, чтобы каждый мастер-класс, который они будут проводить, да, разумеется, приносил им деньги, потому что эти деньги станут не только для них драйвером, но и для людей, которые, возможно, сомневались, но увидели, что действительно вот мой сосед там Василий смог заработать, да, смог рассказать про свою жизнь, которая на самом деле всем интересна оказалась, и тем самым улучшил свой достаток, как пример. Вот. И, собственно, в рамках первого туристского конгресса регионов Севера, который проходил буквально неделю назад у нас в Республике Коми, мы решили презентовать этот проект. Презентовать его не просто кому-то, а презентовать нашим почетным гостям, вот, среди которых, как я уже говорил, была Наталья. И мы получили огромные положительные отзывы от наших коллег, от того, что они увидели, насколько им понравились и мастер-классы, и само погружение, и само село. Конечно же, нам предстоит огромный путь доработки различных элементов, да, которые еще больше погрузят гостей в культуру Коми. Но уже сегодня я могу сказать, что та стартовая площадка, которая у нас получилась, она показывает положительную очень динамику. И самое главное, люди, которые в этом участвовали, я имею в виду жители, они заинтересовались. То есть совершенно видно, что им это интересно, им это важно. Они по-другому даже стали смотреть на свое село, поскольку это теперь не просто точка на карте, да, хоть историческая, хоть и с интересным прошлым, интересным наследием, но точка, которая сегодня может заинтересовать людей, куда может приехать большой туристический автобус на 50 мест, и люди проведут там добрую половину дня, общаясь с местными жителями, участвуя в различных интерактивных историях. Собственно, вот это наша задача, то есть через туризм поддержать сельскую местность, потому что ни для кого не секрет, что сегодня есть определенные трудности в жизни на селе, но новые способы заработка, новые способы привлечения внимания и новые способы поддержания уровня жизни на селе вот таким вот путем, они очень важны. Спасибо вам огромное, очень прекрасный, интересный опыт, напомнил мне мою японскую стажировку, там как раз именно по такому принципу развиваются малые города, вовлекаются жители, как правило, базируется это вокруг какого-то событийного, точки, так скажем, на карте интересной, и привлекаются туда люди. Это, конечно, поддерживается государством, я надеюсь, что ваш проект будет достойно поддержан, и все мы сможем увидеть прекрасные места Республики Коми. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, да, я всех приглашаю в Республику Коми и желаю всего хорошего, спасибо. Спасибо. У меня есть несколько вопросов, и мне надо выяснить, здесь ли наши спикеры, которые подключались онлайн, и Юлия Вячеславовна, есть ли у нас возможность подключить? Да, я здесь. Юлия Вячеславовна, да, вопрос конкретный совершенно к вам. Планируется ли в текущем году конкурс грантов для туристического бизнеса, и если планируется, то в каком месяце? Да, спасибо за вопрос. К сожалению, мы вот эти гранты в прямом смысле запустили в рамках поддержки в период кризиса, посмотрели, как это будет идти. Вот прям эти гранты не будут. Мы сделали похожие для южных районов, поэтому ориентировочно в сентябре мы их объявим. Они, соответственно, о них тоже будем рассказывать. Поэтому те гранты, о которых я говорила, они были, вот, скажем так, в рамках поддержки в период кризиса, выделялись в прошлом году деньги, а гранты по южным районам по похожему механизму мы сделаем в сентябре. Спасибо огромное. Ну и в продолжение задам вопрос, планируется ли вообще системная поддержка государственная, региональная, туристической отрасли? Ну, на самом деле, я думаю, что сегодня уже можно говорить о том, что мы выстроили достаточно системную поддержку. У нас, если говорить в денежном эквиваленте, то по госпрограмме на развитие туризма еще там 3 года назад выделялось порядка 26 миллионов рублей на туризм. Сегодня это 270 миллионов рублей в год, что предполагает различные механизмы. И субсидии туроператорам, то есть мы финансируем 20 миллионов социальные туры по Красноярскому краю. И субсидии
субсидии муниципального образования 75 миллионов, и гранты. То есть механизмы действительно разные, которые помогают и территориям, и бизнесу, и сегодня это уже выстроилось в целую систему, ну и, соответственно, мы больше, чем в 10 раз уже увеличили свой бюджет за последние 3 года. Поэтому думаю, что уже о системных мерах поддержки идет речь. Спасибо вам огромное за ответ. Вопрос у меня еще один от ООО «Культурный центр Анита» к Александру Васильевичу. Александр Васильевич, вы с нами? Да. Впечатлило очень ваше выступление. Да. И вопрос, каким образом можно связаться с организаторами событийного туризма, интересуют детские фестивали? Спасибо за вопрос. Мы в ближайшее время объявим об открытии специального портала Мурманск Travel, который будет объединять все событийные мероприятия. Сейчас идет техническая доработка. И что касается конкретно детских событий, то я предлагаю связаться с комитетом по туризму Мурманской области. Там есть открытые данные, вы можете спокойно написать нам, и мы вам предоставим всю базу данных событий и контакты организаторов. В ближайшее время, в августе, я знаю, у нас состоится туристический слет. Это будет такой формат, когда дети, такие юнаты приедут в наши леса и тундры и будут там активно развивать спортивный и самодеятельный туризм. Спасибо огромное за ответ. И вопрос к Ольге Валентиновне Лукиной. Ольга Валентиновна, вы на связи. Я вас слышу, да. Да, вопрос задает представитель Красноярского края, отмечает, что схожие проблемы, и спрашивает, нашли ли вы какие-то выходы вот по средствам размещения, улучшению их качества, улучшению инфраструктуры. Есть ли у вас какой-то рецепт? Вы знаете, рецепта, наверное, нет, просто старались делать так, чтобы туристу было комфортно, чтобы клиенты оставляли хорошие отзывы, начинали учиться, понимаете, то есть мы просто поняли, что люди, действительно, приезжая даже в самую глубинку, они... все-таки хотят очень хорошего такого уровня сервиса, но вы знаете, что я могу сказать, не знаю, может быть, наше оправдание, это то, что люди все равно все уезжали счастливые и довольные, потому что, во-первых, они увидели такую красоту, во-вторых, они общались с очень хорошими людьми, а сибиряне все отличаются добротой и гостеприимностью. И вот общее впечатление от севера, конечно, у них было невероятно позитивное, и поэтому вот эта сарафанная почта, когда, я даже не знаю, что больше сыграло свою роль вот в этом большом потоке туристов 2020 года, либо это наше продвижение, либо это вот сарафанная почта, когда люди отдыхающие писали, что ребята, здесь потрясающе, здесь здорово, обязательно надо сюда приехать. Ну вот, наверное, в совокупности все это сыграло положительную роль. А так будем учиться. Мы поняли, что необходимо делать курсы и для экскурсоводов, и курсы делать для тех людей, которые занимаются и работают в индустрии гостеприимства. То есть, в общем-то, очевидные достаточно вещи. И самое главное, надо беречь кадры, которые, к сожалению, были у многих утрачены вот в период пандемии, когда люди просто вынуждены были сокращать рабочие единицы, и потом все это было достаточно сложно восстанавливать. Спасибо огромное за ответ. Действительно, я хочу сказать, что отношение к туристу, как сама турист, да, могу сказать, что отношение к туристу может сгладить те шероховатости и несовершенство инфраструктуры или недостаточность удобства средств размещения. Совершенно недавно я отдыхала, проходила санаторно-курортное лечение в Адыгее, и,
ничего не могу сказать, прекрасные были условия. Ну, конечно, какие-то не столь привычные, не Европа, но, тем не менее, отношение персонала было настолько добрым и душевным, что вот эти минусы и мелочи, они вообще нивелировались абсолютно, и обязательно приеду еще. И это, конечно, хороший рецепт, не говорит о том, что надо только это использовать. Конечно, надо и обучать персонал, и улучшать средства размещения, и работать в этом направлении. Но, тем не менее, это как такой переходный вариант, так скажем, решает некоторые проблемы. Спасибо огромное. Ну, коллеги, а я перехожу к нашим спикерам, которые находятся сегодня терпеливо в зале. Смелые люди. Хочу сказать, что сдерживающим фактором, нейтрализующим конкурентные преимущества региона, конечно же, является неразвитость туристской инфраструктуры, недостаточное количество коллективных средств размещения, особенности туристического класса, неудовлетворительное состояние, все, о чем мы сейчас с вами говорили. И решением этих и многих других проблем должны стать туристические кластеры и специальные проекты в рамках этих кластеров. И я приглашаю к дискуссии Галлер Светлану Олеговну, общественного представителя агентства стратегических инициатив по направлению туризма в Санкт-Петербурге, руководитель департамента по связям с общественностью инновационного туристического кластера Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ. Добрый день. Добрый день, коллеги. Я несколько слов, наверное, скажу о самом кластере. Туристический кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа был создан в 2019 году. По состоянию на март 2021 года в кластер входит 75 организаций. Это туроператоры, это турагентства, транспортные компании, музеи, в том числе государственные. Это выставочные пространства, рестораны. Какова цель объединения, какие задачи перед собой ставит туристический кластер? Первое, но это, конечно, экономическая эффективность каждого из участников кластера, повышение экономической. Для этого мы в 2019 году, что мы сделали, какие шаги, да? Во-первых, мы организовали бизнес-миссии вместе с Центром поддержки экспорта. Это была бизнес-миссия итальянских туроператоров, которых мы привезли в Санкт-Петербург, причем это отправляющие, не принимающие, что очень важно, операторы, да, а отправляющие операторы, для того, чтобы они могли познакомиться с членами кластера, заключить с ними напрямую контракты, и члены кластера могли продемонстрировать разнообразные свои турпродукты. Мы организовывали бизнес-миссии, и в планах на этот год у нас также несколько бизнес-миссий, в данном случае, в настоящий момент, по регионам России, уже есть по этому поводу договоренность. Мы организовывали бизнес-миссии в Кострому, мы участвовали в бизнес-миссиях во Владимир, в Ростов-на-Дону. И кроме этого, кроме организации бизнес-миссии, цель кластера – это сотрудничество и сотрудничество, даже я бы сказала слово сотрудничество неверно, наверное, так вот синергия, активное взаимодействие с государственными структурами. Потому что для туристических компаний, а в основном ведь это малые предприятия, да, очень часто, во-первых, бывает трудно разобраться, видеть какие-то новости, да, узнавать о программах, которые направлены, где они могли бы принять активное свое участие. Поэтому мы активно взаимодействуем, если говорить про Санкт-Петербург сейчас, с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Мы заключили соглашение с рядом регионов, поскольку мы, как у Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ, это кроме федерального округа, мы еще, я знаю, что и с Кемеровской областью, и с Тюменской областью у нас есть договоренности. Мы принимали и бизнес-миссии из Ростова, поэтому наша цель, вот как кластер в данном случае, это помочь каждому участнику кластера, первое, заработать больше, второе, жить активной жизнью, знать все, что происходит в сфере туризма, где они могут принять участие, и участие в проектах кластера. Немножко о проектах кластера. Одним из якорных проектов кластера является проект под названием «Торговый Санкт-Петербург». Вообще, почему появился этот проект? Вот Санкт-Петербург в 2019 году Санкт-Петербург принял свыше 9 миллионов туристов.
Это практически больше половины жителей города. И Санкт-Петербург как ведущее культурное направление мира, как туристическая столица России. Сюда приезжают, это понятно, что город музеев, это город архитектуры. Но при этом не нужно забывать, что Санкт-Петербург – это динамично развивающийся мегаполис, где представлены ведущие предприятия страны, город, где активно развивается конгрессно-выставочный сегмент, город ремесленников, город прекрасных торговых центров, торговых сетей. Поэтому мы разработали проект, который называется «Торговый Санкт-Петербург», и даже могу сказать, наверное, смело, что мы бы хотели, чтобы это был как такой пионер, да, проект, который на территории Санкт-Петербурга был бы реализован и в дальнейшем был тиражирован на другие территории Российской Федерации и вырос бы в проект «Торговая Россия». О чем идет речь? Речь идет о создании маршрутов, направленных на развитие промышленного туризма, торгового туризма, включение в туристические маршруты новых участников рынка. Очень важно, что это всесезонная история. Для Санкт-Петербурга этот проект имеет еще большое значение, потому что он служит в том числе и перераспределению туристических потоков, очень часто, да, связанных с загруженностью основных наших достопримечательностей. И важно отметить то, что вообще развитие промышленного туризма сейчас это одно из стратегических направлений в России. Да? Поэтому вот проект «Торговый Санкт-Петербург», объединяющий промышленный туризм, торговый туризм, ремесленный туризм в том числе, да, по сути дела он направлен на такую туристическую торговую экспансию. Вот, и он в том числе включает и бизнес-миссии в Санкт-Петербург. Хотела знакомства с предприятиями. Задать вопрос, кто занят в реализации этого проекта? Значит, занят в реализации проекта участники туристического кластера. Буквально вот совсем недавно, по-моему, на прошлой неделе, комитет по развитию туризма вместе с представителями других комитетов обсуждалась тема развития промышленного туризма в Санкт-Петербурге. И вот мы надеемся, в ближайшее время будет подписано соглашение о передаче методологии от Агентства стратегических инициатив Санкт-Петербургу. То есть методология конкретным предприятиям для того, чтобы они могли на своих предприятиях развивать промышленный туризм. Но сразу сделаю очень важный акцент, что у нас есть предприятия, которые уже проводят экскурсии. Ну, например, там Балтика, да, Ломоносовский фарфоровый завод и так далее. При этом хочу отметить, что первое, не каждое предприятие может провести у себя экскурсию. Для этого должна быть и хорошая входная зона, должна быть интересная экскурсия. Это и правила безопасности, и много-много других факторов. И даже если будет создана прекрасная экскурсия, и все эти требования будут соблюдены, без туристических компаний, без того, чтобы эти программы реализовывались регулярно, без промоушена на внутреннем рынке, на международном рынке, это будет такая разовая история. Да? И сегодня этот будет турпродукт востребован, а завтра он может быть не востребован по тем причинам, что все-таки должны заниматься этим туристические компании, профессиональные туристические компании, которые кроме самой экскурсии еще привезут туда людей, организуют, сформируют группы. И у туристического кластера в рамках реализации этого проекта заложена в том числе и подготовка профессиональных гидов, и инновационный, в данном случае это, можно сказать, что это инновационный турпродукт. Почему? Потому что мало рассказать историю, мало рассказать там жизнь замечательных людей, связанных с тем или иным предприятием, но нужно показать, в чем это предприятие, в чем оно интересно, да, какие-то технические, может быть, новинки. То есть это должен быть такая всесторонняя история, профессиональная. Это должна быть мощная коллаборация между всеми участниками. Безусловно, для этого должен быть создан, и мы начали формировать его. Первое – это реестр предприятий, на которых может быть произведена экскурсия, связанная с промышленным туризмом. Это раз.
и торговые предприятия. То есть первое – это реестр. Второе – это туристические компании, реестр туристических компаний, которые готовы включиться в эту программу. И в этом плане туристический кластер может выступать консолидатором. Да, это наиболее, в общем-то, удачная форма взаимодействия для реализации. Это в рамках торгового Петербурга мы планировали в том числе и промоушен. Это и телевизионная программа «Торговая Россия», которая бы знакомила в данном случае с предприятиями, с достопримечательностями города. И, возможно, проведение в будущем фестиваля «Торговый Санкт-Петербург», «Торговая Россия». Мне кажется, это вообще было бы масштабное международное предприятие, да? Мероприятие. Поэтому у кластера есть, в рамках проекта есть этапы реализации этого проекта. И если кому-то интересно, мы могли бы просто отдельно, другим регионам. Очень интересно мне, как представителю Ленинградской области промышленного региона, тема эта крайне интересна, поэтому я обязательно задам вам уже такие узкопрофильные вопросы. Хотела спросить, а для предприятий это будет платная история или это как мера поддержки планируется? Значит, после того, как методология будет передана, да, то есть каждое предприятие сможет получить информацию, каким образом ему, какие требования предъявляются предприятиям и каким образом ему выстроить вот эту историю, связанную с экскурсией на этом предприятии. Для предприятия, безусловно, это очень важно. Во-первых, тут есть очень много факторов. Это и продвижение на региональном уровне своего предприятия, и на государственном, и на международном уровне. Это укрепление своего положительного имиджа, бренда предприятия. Это и профориентация, это и доходность, дополнительный доход, потому что предприятие, тут зависит от предприятия, но какие-то предприятия могут предложить свои товары для туристов, соответственно, это дополнительный источник. То есть это формирование регионального бренда, это промоушен для предприятия, безусловно. Это и гордость для тех сотрудников, которые работают на этом предприятии, что тоже, конечно, очень важно. Когда к вам приходят на экскурсии, духа, да, вы должны соответствовать. И это другая сторона вопроса. Я еще по этому поводу хотела сказать еще один такой момент. У кластера сейчас есть проект под названием «Активная жизнь предприятия, синергия». О чем идет речь? О том, что мы хотим с предприятиями, которые заинтересованы в развитии промышленного туризма, торгового туризма, с предприятиями, которые хотели бы после пандемии, это очень важно, немножко улучшить психологический, эмоциональный климат для своего коллектива, да, как наладить активную жизнь. Мы предлагаем предприятиям сотрудничество с участниками кластера для того, чтобы выработать как минимум на год дорожную карту, где бы мы могли предложить экскурсию и свое содействие в формировании, например, связанное с развитием промышленного туризма, и развитие для экскурсии для предприятий, и ивент-мероприятия. Почему? Потому что у кластера туристические компании предлагают разный турпродукт, который рассчитан и на разные возрастные группы, и на разные категории, на разные интересы. Мы готовы предложить широкий спектр услуг. И в данном случае, да, вот эта вот профессиональная история, да, что это профессионалы, которые работают, которые готовы активно участвовать сами в проектах, и эта помощь тоже турбизнесу, безусловно, потому что нам нужно предоставить работу участникам кластера. Спасибо вам огромное за замечательное выступление, чудесное предложение. Мне кажется, что есть тут с чем поработать и для предприятий промышленных, и для туристической компании. Это очень хорошие возможности. Благодарю вас за замечательное выступление. Хочу вам сказать с огромным сожалением, что доходы отрасли делового туризма в России из-за пандемии значительно снизились. Да, это, наверное, общемировой тренд. По сравнению с показателями минувшего года, даже не буду говорить, сколько процентов. Вы все сами знаете, сколько мероприятий было отменено и какой, в общем, никакой деловой жизнью мы с вами жили в интернете в лучшем случае, и то не всегда. Тем не менее, сложно переоценить потенциал деловых мероприятий для развития туризма.
Все вы знаете, крупные, у всех на слуху, крупные деловые мероприятия, такие как Петербургский экономический форум, Сочинский инвестиционный форум, да, большинство таких мероприятий, которые привлекают не только деловую часть, но и событийную, развлекательную, которая делает, ну, взять Петербургский экономический форум, который делает на короткий период времени Петербург притягательнейшим местом и помогает, собственно, всему бизнесу, занятому в отрасли и вокруг, заработать, в общем-то, неплохо. И я хочу пригласить к нашему диалогу Евневич Наталью Геннадьевну, исполнительному директору и куратору проекта «Оно», проектный офис «Майс», и поговорим мы о каналах продвижения деловых мероприятий. Наталья, вообще будут у нас деловые мероприятия? Вы знаете, спасибо большое за приглашение. Я с большим удовольствием прослушала всех спикеров. Очень хорошо, что я, наверное, замыкающая, потому что я считаю, что деловой туризм – это вообще такая квинтэссенция. То есть деловой гость, который прибывает в регион с деловыми целями, это потребитель и промышленных маршрутов, и экотуризма, и гастрономического туризма, и все. То есть турпродукт для делового туриста – это, в общем, синергия всего того, что имеет регион. Вот. Будет ли или нет? Конечно, будет. Ну, конечно, будет. У нас сейчас колоссальная перезагрузка, то есть пандемия, она остановила, наверное, ну, как и во многих отраслях, она остановила бег, заставила, это был повод задуматься, это был повод перезагрузиться. И что мы получили на выходе из пандемии, прежде чем я представлю новый цифровой сервис, о чем говорила Наталья, что сейчас без цифровых сервисов никак и карт никак. Это то, что у нас сейчас гибридные форматы плотно вошли в нашу жизнь. Вот видите, мы с вами сидим в студии, волею судеб я оказалась в Петербурге, поэтому я сижу в студии, но мы совершенно спокойно общаемся с Красноярском, с Александром уже из Мурманска, хотя вчера он еще был в Москве на выставке MITT. Вот. Поэтому, конечно, гибридные форматы плотно войдут в нашу жизнь и дадут возможность регионам проводить у себя крупные деловые международные мероприятия. Потому что, конечно, ну, вряд ли Красноярск сможет привлечь, ну, даже не Красноярск, а Мурманск. В Красноярске есть такой форум, крупный экономический форум, сравнимый с петербургским. Вот, ну, в силу определенных причин, это инфраструктура, логистика и так далее. А в гибридном формате, конечно, он сможет привлечь крупное статусное международное мероприятие. Поэтому какая-то пандемия дала нам какие-то новые толчки. Вот, и я с большим удовольствием послушала, что вот сейчас Александр, придя в регион, начинает в том числе с того, что надо сформулировать портрет туриста. Вот. Мы же говорим о том, ну, естественно, определение целевой аудитории – это самое главное, на кого ты работаешь, какие программы ты выстраиваешь, вот, что тебе нужно – эко-программа, программа промышленного туризма или детского, вот, санаторно-курортного. Вот. Поэтому, ну, я могу сразу сказать, Александру, мы считаем, что от 30 до 90% в регионах – это деловые туристы. 30% это показывают, как ни странно, наши курортные регионы. Это Сочи, Крым, да, ну, мы знаем, что Сочи – это, в общем, серьезный деловой кластер, собственно говоря. Вот, Свердловский регион, как очень передовой в деловом туризме, они честно говорят, что у нас 90%. Вот, я могу Александру вот на расходу сказать, мы потом подискутируем, что, несмотря на такие прекрасные фишки и магниты, как «Северное сияние», как «Териберка», которая сейчас звучит, ну, 70% у него, конечно, это, так сказать, гости, прибывающие с деловыми целями, да? Можем потом сверить карты. Вот. Что мне хотелось бы сказать, что, конечно, вот Юлия Вячеславовна, да, сказала о том, что регион не готов к классическому туристу. Вот. К деловому и корпоративному, особенно корпоративному туристу, он не готов тем более. То есть наши регионы это выяснили. Это, ну, это факт, с чем надо работать. Вот. Что такое корпоративный турист? Мы так долго мечтали, что наши корпорации, ну, крупнейшие корпорации, не буду называть, это можно, ну, всю первую десятку, всю первую сотню называть. Конечно, они свои корпоративные мероприятия, мотивационные, инсентив, там, тимбилдинги, дилерские, они проводили за рубежом. Вот, потому что понятная логистика, понятный сервис, понятная инфраструктура. Вот. Сейчас корпорации второй год как закрыты в нашей стране. Вот. И вот то, что мы всегда мечтали, как их оторвать от Турции, ну, как показать Карелию. Вот оторвались. Ну, как, да. Вот они оторвались. Вот. Естественно, сейчас они в поиске, самое главное, они в поиске идеи сюжетов, что провести на этой территории. Потому что деловой турист, он очень лоялен, к инфраструктуре. Вот я вам честно скажу, это вот самый лояльный турист. Знаете почему? Потому что он не платит своего кармана.
это не те отложенные деньги, накопленные целый год, которые он откладывает на отпуск, и приезжая, и видя там плохое питание, не знаю, там, сказать, сервис, оборудование отеля. Нет, за него все оплатила корпорация. И вот то оставшееся время от деловых мероприятий, вот, он хочет, он должен обменять на эмоции за деньги. Вот. Я всегда говорю в регионах, ваша задача, чтобы из каждого утюга звучало, где деловой турист может оставить деньги, кроме ближайшего ресторана. И, конечно, блестяще. Я вот сейчас с большим удовольствием слежу за развитием промышленного туризма. И с ОСИ мы планируем, естественно, Майс-карте России интегрировать и промышленную карту России. Потому что я помню, когда мы привозили в Свердловск Майс-операторов зарубежных и крупнейшие журналы, которые, так сказать, вот как раз по конгрессно-выставочному туризму, вот, мы их отвезли в шахту Березовская. Потому что люди искушенные. Показать экскурсию по Екатеринбургу, завести в Ельцин-центр – это не вариант, вы сами понимаете. То есть надо было давать такие точки, вот, чтобы они уехали вот с вау-эффектом. И вот, естественно, где мыли промышленный туризм, первая шахта, где мыли золото, крупнейший промышленный регион, Демидовы. Вот, это вот настолько зашло, говоря на сленге, что люди вспоминают до сих пор, это были люди из ЮАР, это были, ну, это вот те годы, когда к нам приезжало еще много качественных. Вау-эффект случился. Вау-эффект случился, да. И они не обращали, когда есть вау-эффект. Вот о чем я говорила. Когда есть фишка, да, фишка, тогда они не простят. Внимания. Они простят вам и инфраструктуру. Все понимают, что нельзя поднять инфраструктуру в одночасье, за один пандемийный год. Вот, очень хорошо, что в нашей стране сейчас государство уделяет очень большое внимание, вот, развитию инфраструктуры, выделяются деньги. Вот, и я очень коротко, если у меня осталось, я хотела... Да, я хотелось бы про Майс-карту России, да, все-таки про поговорить. Майс-карта у нас России. Есть 4 минутки, так что... Да, это можно поставить презентацию, я очень быстренько по ней пробегусь. Вот. Мне, конечно, очень отрадно, что это деньги Ростуризма. Вот, что у нас же нет федерального органа исполнительной власти, вот, Росконгресс – это частная организация, вот, нет органа, который бы поддерживал конгрессно-выставочную индустрию, деловой туризм. Есть Российский союз выставок-ярмарок, наша общественная организация, но, естественно, никаких бюджетных средств не выделяется. И то, что Ростуризм выделил деньги на этот грант, на создание Майс-карты России, вот, это, конечно, очень отрадно. Это многофункциональная платформа, это мобильное приложение, все, о чем говорила Наталья, это Google карты, это Яндекс.Точки и так далее. То есть все эти вот современные решения будут реализованы. Вот. Ну, о преимуществах делового туризма даже не буду говорить, потому что это все понятно. Значит, это портал, где 85 страниц, 85 личных кабинетов, все регионы России. Вот, все регионы России представлены. Естественно, без мобильного приложения никуда. С порталом интегрируется мобильное приложение, информация портала идет в мобильное приложение, потребители, ну, выезжая, сейчас мы без телефона просто не живем. Вот, что самое главное, на чем мы делаем? То есть это не каталожные данные. В эпоху информационного шума невозможно. Вот мы ехали недавно на Камчатку, я просмотрела кучу сайтов, очень вал информации, и не было структурной информации. Что же надо сделать в этом регионе, если у тебя 2 дня, если у тебя 1 день? Вот Майс-карта, она будет решать, собственно говоря, вот эти вот задачи. То есть примеры тематических программ. Это будут ссылки, естественно, на порталы, туристические порталы, порталы с календари событий, событийные порталы регионов. Но здесь будет вот именно информация вот выкристаллизована. Вот это будут уникальные цифры региона, потому что корпоративный заказчик, выбирая вот все многообразие, у него Турция закрыта, так, куда обратить взор? Карелия звучит из каждого утюга, да. Звучит из каждого утюга. Следующим этапом мы смотрим инфраструктуру, можно ли там 1000 человек как-то разместить. Потому что корпоративные поездки, они большие, это не 100. Это вот действительно 500, 1000, вот такими объемами. Вот. Поэтому в первую очередь мы на этой Майс-карте мы поставим базовые символы, мы поставим уникальные цифры. Да? Ну вот цифра, она же интересная. 57% спад или России находится на Алтае. Вот, конечно, она интересна корпоративному туристу, потому что он за счет корпорации приедет и воспользуется прекрасным спа-сервисом Республики Алтай. Вот. Ну, естественно, Майс-площадки, средства размещения региона. Видите, вот я ставлю его намеренно только на пятое место. И всегда говорю, что не надо региону комплексовать, вот, потому что сейчас развитием глэмпингов. Вот. В Бурятии там нет конференц-залов, мы работали в юрте, это запомнилось больше.
Ну, конечно, это же больше запомнилось. Нестандартные решения запоминаются, больше, да. Но вот логистическая доступность, конечно, она очень важна. Она очень важна, и вот эти плоские тарифы, которые сейчас получают регионы, конечно, это большой плюс при выборе места. Естественно, гении и герои территории, без этого нельзя, потому что надо, конечно, постоять рядом с тем домом, где там был какой-то, так сказать, очень важный человек. Ну и вкусная история региональной легенды, куда без этого, куда без гастротуризма. Мы всегда говорим, что деловой турист перед выбором, так сказать, мероприятия, он спрашивает, какая будет программа, а потом 90% отзывов идет о кухне и о том, в общем, что он делал, вот, о его развлечениях. Вот. Еще что я хотела внимание обратить. Когда приезжает корпорация, вот действительно тысяча человек, конечно, идет заказ оригинальной продукции сувенирной. Это память о регионе. И здесь, опять же, работает малый и средний бизнес, потому что это заказывает всем интересно локальные. Китайские сувениры никому не интересны. Китайская кружка с надписью «Мероприятие» или «Флешка» — это уже, конечно, прошлый век. Это оригинальная продукция этого сувенира. Вот, поэтому, конечно, вот. И самое главное, что будет на этом портале, это идеи сюжета. Вот эти топ-5, вот что надо увидеть и умереть. Вот сейчас мы там на Камчатку ехали, мы сформулировали. Гейзеры, вулканы, медведи, вот, океан, крабы и так далее. Папоротник и крабы. Вот, то есть вот эти вот, конечно, идеи сюжета, их надо сразу сформулировать. Или спустить в шахту Березовская, или попасть на всемирно известный легендарный ИФЗ, на экскурсию по промышленному туризму, потому что, естественно, Питер же дестинация конгрессо-выставочного туризма мировая. Вот, и многие уже были здесь много раз. И поэтому нужны, вот опять же, нестандартные экскурсии, в том числе и промышленный туризм. Ну, естественно, экспертное мнение. Вот, чтобы это все звучало, чтобы это точка на карте зазвучала, это экспертное мнение. Так, не хочется вас торопить, но у нас время. Да, все. А я, в принципе, уже и закончила. У меня есть вопрос. Кому да. будет доступен портал? Портал реализуется на, сказать, средства федерального гранта. Он доступен широкой аудитории, он доступен MICE-заказчикам, он доступен MICE-поставщикам. Вот, то есть это очень такая широкая интеграция и проект долгосрочный. Ну, вопрос такой. Да. Например, члены туристического кластера, они могут на этом портале разместить информацию? Конечно, о продуктах? Конечно, а это конечно, это конечно, да, это бесплатно, это бесплатно. Это вот федеральная финансовая поддержка, да. Спасибо огромное, Наталья, все фишки принимаем с большим удовольствием. К сожалению, очень мало времени у нас, но тем не менее мы с вами успели пробежаться по всем темам. Портал очень интересный. Ну и вообще важность развития туризма, внутреннего туризма для государства обозначил наш президент Владимир Путин. И задачи, которые призван решить нацпроект «Туризм», укладываются в три основных направления работы. Первое – это развитие туристической инфраструктуры, создание качественных турпродуктов, как раз комплексных мастер-планов территорий, различных приложений, то, о чем мы сегодня много говорили. Второе направление – это реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности внутренних направлений и информированности россиян о них. Как раз вот эти порталы, продвижение, маркетинг территорий, это очень важно для туристической отрасли. И третье направление включает меры по повышению эффективности управления туристической отраслью. И здесь планируется как раз финансирование мероприятий по подготовке кадров и совершенствованию нормативно-правовой базы, в том числе разработка нового федерального отраслевого закона. Нацпроект призван сделать путешествия безопасными, доступными, интересными, как раз такими, какие нужны любому туристу. Мне кажется, что Россия обладает огромным туристическим потенциалом, и многие жители нашей страны понятия не имеют о том, какие прекрасные места есть совершенно недалеко от них. Вот так я, например, случайно узнала, что в Ленинградской области есть Радоновые озера. Прекрасные, красивейшие места. Не знаю, если бы границы были открыты, довелось ли бы мне там побывать. Отлично, мне сообщили о том, что готовы результаты голосования. Так давайте же посмотрим, сколько людей у нас отдыхало на курортах России. Я прошу вывести результаты голосования на экран. Но вот у нас 30... Да, смотрим. Вижу, да, 31,6% отдохнули в этом году на российских курортах. 42,1% не отдыхали. И...
21%, чуть больше. Планировали, но не получилось. Ну, и чуть более 5% вообще не представляет, что такое отдых. Я за то, чтобы количество людей, не представляющих, что такое отдых, неуклонно снижалось. Да. Всем нам нужно отдыхать, всем нам нужно это делать комфортно, безопасно. Поэтому я благодарю сегодняшних спикеров, которые, я надеюсь, помогли раскрыть тему внутреннего туризма, тему развития внутреннего туризма, наших слушателей за ваше время и внимание. С вами были мы в студии на Петербургском партнериате, ну и я, Елена Дюкарева, всех благодарю и прощаюсь. Спасибо огромное.